Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы хотели поделиться грустной новостью о состоянии здоровья Владимира Левкина, солиста группы «Нана». По сообщениям в социальных сетях, ему был диагностирован рецидив рака лимфатической системы, который был выявлен еще в 2003 году. Судя по подозрениям врачей, заболевание вернулось. И сейчас знаменитость находится в онкологическом отделении для проведения дополнительных обследований с целью исключения метастазов. Хотя Владимир Левкин уже перенес очень тяжелую операцию и прошел несколько лет реабилитации, казалось, что борьба с раком лимфатической системы осталась позади. Однако заболевание вернулось, и теперь родственники и поклонники артиста молятся за его здоровье и надеются на лучшее. К сожалению, это не первый случай болезни в семье Левкина. Несколько лет назад его дочь Виктория перенесла тяжелую операцию и лучевую терапию после обнаружения опухоли мозга. Близкие всегда находятся рядом, что придает сил во время лечения. По словам Левкина, у дочери головная боль была редким и единственным симптомом, до того, как она упала в обморок и начала переживать эпилептические приступы. Он также отметил, что у него самого симптомы онкологии не проявлялись до обнаружения болезни. Известно, что первая жена Левкина, Марина, родила ему дочь Викторию. Позже он познакомился с Оксаной, но отношения закончились, когда Левкин узнал о своем смертельном диагнозе. Впоследствии он женился на актрисе Марине, с которой у них появилась дочь. Состояние Владимира Левкина и Виктории на данный момент неизвестно. Желаем им крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!